Добрый вечер. Вы смотрите канал «О жизни в Польше». Продолжая тему трудоустройства, хотел предложить вам еще варианты поиска работы. Это не касается сайтов трудоустройств, например, там Працюй.пл, OLX, и не касается адресов, контактов, посредников, которые могут предложить такую работу. Есть еще вариант поиска вакансий в Польше. И вот я на нем как раз хочу остановиться. Это имеется в виду группы в Фейсбуке, ВКонтакте, где люди, сами люди размещают информацию о вакансиях на каком-либо предприятии в Польше. Естественно, там может быть информация от каких-то посредников, от каких-то фирм, которые предлагают вакансию. И там есть их адреса, телефоны и так далее. Но там есть и непосредственно контакты людей, просто, которые, возможно, уже там работают на этих фирмах. И они знают о том, что работодатель ищет еще людей, и они просто выкладывают эту информацию, бесплатно, абсолютно. Возможно, для кого-то это будет хорошим подспорьем. Просто достаточно в эти группы вступить, и вы будете уже владеть информацией о последних вакансиях в Польше. Это не только касается трудоустройства, там есть информация, люди делятся последней информацией относительно каких-то мероприятий. Какой-то, может быть, кто-то просит помощи или наоборот предлагает какие-то свои услуги в изучении языка, там, предоставлении, я не знаю, там, услуг на дому, няни, маникюры, помощь с поиском автомобилей. Поэтому информация довольно интересная и заслуживает внимания. В этих группах участвует там 10 тысяч, 20 тысяч, 50, 100 тысяч человек. Поэтому наверняка там есть что посмотреть. И так же самое вы можете поделиться какой-то информацией, если есть необходимость в этом. Поэтому предлагаю сейчас перейти к компьютеру, и я, например, хотел бы предложить несколько, там, может, 5-7 просто взятых, отобранных, как бы, случайно, отбирал я их, исходя из количества участников. То есть я так понимаю для себя, что чем больше людей в группе, тем она полезная и интересная. Поэтому и вот на этих группах хотел бы остановиться и поделиться с вами. В общем, идем к компьютеру. Итак, первая группа СНГ в Варшаве и Кракове. 94 тысячи участников. Я отсортировал группы по количеству участников, и первая – это самая большая. Вот вы можете видеть, какие новости, очереди на границе, ситуация в Ужэнде с очередями на данный момент. Кто-то видео разместил. Вот, также вот, например, «Здравствуйте, предлагаю всем помочь в поиске работы. Варшава. Готова робоча віза, готова їхати на працю, які є вакансії, номер телефону, продам фірму в Польщі» і так далі. Тобто інформація разносторонняя і доволі таки інтересна. Следующая група СНГ в Варшаві «Робота». 32 тисячі учасників. Здесь в цій групі розміщаються тільки вакансії. Безплатна вакансія «Пліточники», робота «От сейчас», «Варшава, Польща». Вот, также здесь есть информация, как вы можете видеть ниже, от агентств или каких-то посредников, вот, а есть непосредственно вот в Польшу на работу потребны 2-3 жінки. Вот и я разместил свое видео о вакансии в этой группе. Вот тоже специалисты по работе с кожей и так далее. Постоянно обновляются группы, каждый день информации очень много. Следующая группа «Работа в Польше», «Праца в Польсе». Участники 17 тысяч. Также самая информация о вакансиях. Требуются работники, но это какое-то агентство, вероятно. Вот горящая вакансия «Краков». Тут сразу есть информация о зарплате, проживании, помощь с визой там, и так далее. Вот, помощь в открытии рабочих виз. Срочная бесплатная вакансия. Вот, следующая группа «Праца в Польсе», «Работа в Польше». Ну, они одинаково называются, можно спутать. Тоже 17 тысяч участников.
Вот, сдаются двухкомнатные квартиры для студентов. Семейная пара шукает работу в Польше або Чехии. Тоже это же вакансия про плиточников. Две женщины-швеи, закройщицы. Для физической работы нужны мужчины. И вот еще группа, тільки безкоштовні вакансии. 12 тысяч участников, но группа закрытая. Я к ней не присоединялся, поэтому я только вижу участников. Я не вижу, какая там информация. Но там тоже вакансии относительно работы в Польше. Это то, что касается Фейсбука. А теперь еще несколько групп подобных в ВКонтакте. Польша, работа в Польше. 40 тысяч участников. Вот работа в Польше, информация, работа. Привіт, пропоную роботу на пластмасовому заводі. Поиск жилья в Кракове. Тоже много, много информации, которая размещается в этой группе. Тут еще есть и обсуждение, вы можете видеть справа. Допомагаємо з реєстрацією на подачу документів. Роблю запрошення та візу. Следующая группа. Польша. 28 тысяч участников. Вот здесь также есть обсуждение относительно работы, получения карты по быту. Тоже люди размещают вакансии. Расписание рейса Вроцлав-Львов. Следующая группа работа в Польше. 27 тысяч участников. Терминовая работа. Привет всем, помогу собрать пакет документов на Польшу. Бесплатная вакансия, нужны фасадчики. Вот такие группы, вот такие вакансии. Все ссылки на эти группы я размещу под видео. Вы сможете в них зайти и посмотреть. Вот такая информация. Надеюсь, она вам будет полезна. Желаю успехов, всего хорошего. До новых видео. Пока.